Поехали. Длинные взмахи, продольные. Накрываем парковки. Подбиваем порог. Накрываем парком. Подбиваем. Щекотание по телу от пяточек к плечам. И обратно. От пяточек к плечам. И обратно. По двум ножкам возвращаемся. Пошли круговые вибрации. Поперек, вдоль, фристайль. Проглаживающие восьмерочки на пояснице. На ягодицах. Длинные круговые протирки. По одной ноге, по второй. По телу, по спине. Рисующие восьмерочки. Невский экспресс. Поехали к ножкам. Прогрели, припарили. Подколенные ямочки. Прогрели, припарили, мягко повоздействовали на область внутреннюю подколенную. Икры. Погрели, припарили, можно продавить. При желании промассировать. Протянули. Осили восстановили. Оп. Защипили и помассировали край стопы. Подняли ножки. Прогрели, почесали, прогрели голеностоп, в зависимости от агрессивности пара, если еще можно добавить, можно добавить. И нагнетаем порог на стопах до не могу и припарили. Если порог не очень горячий, ну неоткуда там, или человеку не стоит слишком, то тогда можно поиграться еще с массажными такими элементами. Вот, опустили. Аккуратненько тыкали, не перегревая их снова, поскольку парку добавляли,
пошли еще подколенные ямочки. Наружную поверхность бедра. Домассировали. Тазобедренный сустав прогрели. Промассировали. Повернулись ягодички. Прогрели. Припарили с продавливанием. Крестец. Ну, я освобожу его. Прогрели. Припарили и промассировали. Можно еще протянуть кромка подвздошной кости. Прогрели, припарили и немножечко потянули ту и в другую сторону, вверх и вниз. Поясничка. Припарили и можно немножко покачать. Протер. Ребра. Прошли. Между лопаток нижняя треть. Точка прицеливания. Прогрели, припарили, мягко продавили. Без толчков, без всяких. Лопаточки. Работали. Воротниковая зона. Смотрим, чтобы не долбить по ушам. Поработали. Спокойно фристайл по общему подходу. Греем ручки. Припарили. Предплечье. Локти.
мышцы плеча. Тропирочка общая со снятием напряжений. Переворачиваемся. Свободном стиле, то есть как захочется, так и идем. И греемся в статусе. Хорошо. Оп. На костницу. Передние мышцы. Голени. Колени. Мягкое прокачивающее движение для лимфатических узлов. Бедра. Передняя часть бедра. Мягко живот греем четким движением по часовой стрелке. И прокатывающее движение с протирочными в сочетании по ходу ободочной кишки, по часовой стрелке, от аппендикса к сигмовидной кишке. Значит, можно еще сделать вот такую прокачечку. Ребра, снова ребра. Потянули по ходу. Грудь. Либо греем большую грудную мышцу, если у мужчин. Если у женщин, то отходим. То есть отдельно, если женщина как бы оставила грудь открытую, то есть она вам доверяет, то можно поработать мягко, так же как в отношении с этим, с лимфатическими узлами. Здесь та же самая ситуация. Здесь просто мягкий прогрев, мягкое воздействие без каких-либо там силовых воздействий. Да? Вот. Но на самом деле это для женщин полезно, потому что большинство проблем в груди — это застой. Да? И если мы мягко это все массируем, помогаем, то мы только улучшаем состояние. Вот, поэтому, а так вот, такой вот прогрев, потом еще немножко ключицы дополнительно отдельно греем, раз, и эти же ключицы массируем, чувствуем по этой косточке, да, вот. Потом можно сделать вот такое вот движение, растягивающее, медленно и мягко,
Вот, потому что человек, как правило, зажат в этих местах, mm-hmm. и вот это он позволяет ему почувствовать, что он вечно в этом состоянии ходил, а неплохо было бы чуть-чуть развернуть себе плечики, грудку открыть. Mm-hmm. Вот, поэтому это тоже полезно. Вот. Можно просто греть руки, сразу две так же, как это делали в положении на спине. Вот. Можно положить один венчик, берем ручку. Просто бери, не расслабь. Вот. И вот в таком состоянии мы с ней работаем. Бросился, не напрягайся. Вот. То есть вот это на самом деле можно было бы попросить его держать руку и двумя вениками греть. Но здесь вот достоинство, что я чувствую его состояние руки, и как только он напрягается, я ему говорю расслабь. Да, то есть дать возможность человеку почувствовать опыт расслабления. Что он не деревянный буратинка, да, он может быть мягким. Вот. Опять вот, смотри, снова висит рука. То есть не напрягай, отдай руку. Я вроде расслабил. Нет. Это я расслабил. Вот видите, я расслабил. Отпусти. Еще раз так. Вот теперь расслабил. Вот теперь вот. Вот теперь ты расслабил. Вот опять напряг. Сейчас я отпущу, видишь, ты ее не. Вот. Расслабь. Ну что, отпусти. Пусти мышцы. Вот теперь расслабил. Вот. Человек тотального контроля, но у него как бы жизнь заставила. Вот опять снова весь вот в оборону. В ногах я как будто расслабленный. Вот очень. Да, ну вот видишь, у тебя рука даже не падает. Я могу освободить, она. Ты ее держишь. Вот брось ее снова. Брось. Я вроде как расслабился. Да, брось. Вот, почувствуй разницу. Вот почувствую разницу вот в этом состоянии, да, и вот то, что ты вот сейчас делаешь. Просто сделай.